по кайфу. Блин, шатка. Хоп-хоп-хоп. Ла-лейла. Во, вот отсюда я хотел добраться. Ае, ребят, смотрите, мы по дороге ехали, здесь прикольная геолокация, я решил ее заснять. Давайте по-бырому. Потому что уже темнеет, даже пар начинает идти. Камера, как обычно, у нас на голове. Сейчас снимем. Воу-воу-воу. Смотрите, то есть мы вот оттуда приехали с заброшки. А вон ее даже видно, ничего себе. Вон она, видите? Вон, мы были там на заброшке. Мы вот так вот проехали, вот сейчас здесь остановились. Вон там люди... Блин, я чуть не свалился. Вон там люди вон сидят наверху. Прикольно. Ага, они, наверное, как-то забрались. Скорее всего, вот так вот. По горе, по горе. Пошли, пошли, и туда залезли. В общем, я предлагаю вам туда сейчас быстро сгонять. Побежали. Тут сетка, чтобы камни не упали на машины. О, вы видите там людей? Фу. А что я могу сказать? Прикольно. Можно даже перепрыгнуть на этот камень. По кайфу. Блин, шатка. Вон потом можно еще в будущем на ту скалу залезть. То есть, возможно, там тоже вид прикольный. Но здесь вообще такой... Ништяково, прикиньте, вон туда на мачту залезть. Там, наверное, камер, скорее всего, нету. Это антенна мачтовое сооружение, вышка сотовой связи. Видите, на ней антенна завешена, чтобы у людей была связь, пока они едут по дороге. Ага, воу. Что тут? Опачки. Осторожней. Осторожней. Так, ну, здесь вот какой-то выступ есть. Хоп-хоп-хоп. Ла-лейла. Красиво. Вот в Крыму везде красиво. Любой возьми скалу, пляж, еще что-то. Все прикольно. Возможно, для местных это обыденно. А, что я туплю? Это же кошка. Вон, я там же был. Ха, я угораю, говорю, что слазим по этой горе. На кошке я был, а вот здесь я не был. Да, ребят, когда все в попыхах снимаешь, вот так вот оно и происходит. Даже не узнаешь некоторые места, в которых бывал. Фу. Ну, что тут? Где вообще люди? Где кураж? Вот еще интересный холмик, смотрите. То есть вы представляете, как здесь летом? Интересно, ну, как бы уже почти лето. Опять велосипедисты едут. Блин, не успел заснять. Они все время тут гоняют. О, тут же можно спуститься. Так, осторожней. Осторожней, Олега. Смотрите, как там камень опасно стоит. Вот видно? Он просто стоит на обрыве. И у него нету по бокам нифига. По сути, его жестко толкнуть, и он может упасть. Блин, это не шуточки вам. Это не шутенцы. Будьте, ребя, осторожны. Вот там, видите, по каменистой местности. Ну, хотя, может, сейчас и залезем. Вот на этот обрывчик. Может, у него какой-то вид тоже прикольный. Полезли. Сейчас, если получится, то залезу. Вон велосипедисты, видите, едут. Вторая партия. Вон первая вдалеке. А вот вторая поехала. Да, смог. Так. Блин, я уже подумал, что это змея. Блин, вот я же повторяюсь, везде в Крыму. Так, везде прикольно, интересно. Вот это деревце. Во, вот отсюда я хотел добраться. У-у-у. Ну чё, как вам? То есть я был и на той скале, и на этой, и здесь. Вон та заброшка, нифига прикольно, что ее видно. Так, давай еще чуть-чуть слезем. Опа. Ну все, на этот камень я не буду становиться, потому что неизвестно, что там. Не будем экспериментировать и жестить. Все, ребят, еще раз посмотрите на вид, давайте. Так вот встану. Да, Крым — это атмосфера. Тут ничего не скажешь. Это просто атмосферность.
кайф, кураж. Ладно, погнали, ребят, дальше. GoPro 100 видео.